В эту субботу Светлана Боровская отправится в Заславль. А еще и вот это надо жать, прям швейная машинка. Пам-пам-пам-пам. Ой, прям с Новым годом какой-то получилось. Ну, бабушка, так красиво я тебе говорила, что ты такая хорошая девочка. Нет. Стоишь себе, стоишь, смотришь красиво, как мама рыдает от счастья, что ты играешь, а потом делаешь так, ба-бам, правильно? И там порадуем, будем гулять, я и маленький принц. Передаем бабушке привет. Какими коллективами гордится Заславская детская школа искусств? Когда ждать премьеру песни суперфиналистки «Фактор Бай» Маргариты Шибаевой? И как в Ратомке воспитывают чемпионов по конному спорту? Узнайте в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй раннице, Беларусь» со Светланой Боровской завтра в 9:15. 30 назад, может, я еще не родилась. Правда, девочки? Ой, он на тебя немножко плюется. Да? Я все равно выискивала какие-то черты. Говорю, хулиганка? Она говорит, нет, не хулиганка. Хорошая девочка. А вы уже сажали ее на лошадку? Да, она с трехнедельного возраста на лошади. Потрясающе. А где кольцо? Вот объясните своей жене, где ваше кольцо? Я терплю это все. Ты же будешь прекрасным мужем. Что я тебе хочу сказать? Ой, так ты детка. Что я спрашиваю? Какой замуж вообще? Доброй ранницы, Беларусь! Ба-бам!